вот такие дети. Мне 67 лет вот будет, блядь. Во, у меня какие дети. Мне внуки, внуку 21 год. Так я материнский капитал и все, сука. Шакалы, блядь, в Кремле. Я бы ему рога отшиб, нахуй. Он крутист, да. А я в теннис играл, как Ельцин. Только не с такими шариками, а с двухпудовками. Ну а хоть что-то осталось здесь в Суздале? А? В Суздале хоть что-то осталось? Ничего не осталось, они гостиницы. Все дерьмо сюда лезут, все дерьмо, все сранё, все, и хлеб, и всякие колбасы. Сейчас зайдите в магазин, посмотрите, и купите, поешьте. Жидкий стул будет. Мао Цзэдун, Сталин. Хао Хень, хао. Смотришь и смотришь.